В нашей клинике представлен аппарат ударно-волновой терапии Dualit SD1 T-Top фирмы Storz Medical. Ударно-волновая терапия успешно применяется для проблем с пяточной шпорой, для проблем с грыжами межпозвоночных дисков, с триггерными миофасциальными точками, с мышечными контрактурами, в том числе после инсультов и после травм. Также мы применяем его для лечения энтезопатии, то есть мест прикрепления сухожилий к костям. Для лечения данных патологий иногда достаточно бывает одной-двух процедур, но если процесс достаточно долгий и хронический, то иногда бывает продолжительность курса до 10 процедур 1-2 раза в неделю. Процедуры выполняются взрослым пациентам, деткам мы не применяем ударно-волновую терапию, поскольку они находятся в процессе роста. Также эта процедура не показана беременным женщинам и людям в состоянии острых инфекционных заболеваний. Всем остальным активным нашим пациентам эта процедура показана. Для этого нужно пройти консультацию доктора, травматолога, хирурга, либо невролога, либо физиотерапевта для определения точных показаний и противопоказаний к данной процедуре. Процедура умеренно болезненная, в пределах переносимого дискомфорта. Доктор дозирует нагрузку ударную. Это механическая энергия, то есть мы можем дозировать с планшета и можем дозировать с самой излучающей головки. Поэтому пациент получает все время контролируемые ощущения, доктор в контакте, и процедура доставляет умеренный дискомфорт. Но после нее пациент отмечает значительное облегчение своих болей. Кроме того, процедура способствует ревасклеризации, то есть прорастанию новых сосудов. Соответственно, орган получает питание. И отдаленный эффект процедуры – это практически выздоровление. Хотя, если процесс долгий и хронический, пациент может возвращаться к нам на повторные курсы.